Всем привет, дорогие друзья, на связи Касси Дайорч, ребята, сегодня со мной играет Димка Федоров, мы снова находимся в GTA 5 онлайн, ребятушки, и это рубрика «Баскетбол машинами». Здорово всем, пацаны! Итак, ребята, напомню, что здесь мы будем стараться машины из реальной жизни закинуть в кольца, которые находятся впереди нас. В общем-то, самое высокое кольцо приносит 9 баллов, попасть туда максимально сложно, но для этого нужно, конечно же, еще разогнаться. Поэтому, ребята, пока мы разгоняемся, мы выбираем трамплин, с которого будем прыгать, и, ребята, в кольцо с такой же цифрой должны попасть. Если это получится, тогда пишем себе на счет эти баллы, если нет, то на нет и сюда нет. Поэтому, ребятушки, устраивайтесь поудобнее, ставьте лайк, давайте как минимум наберем 3000, ну и, конечно же, подписывайтесь, ребята, все новички, до миллиона осталось совсем чуть-чуть, и если вы хотите быть в числе вот этого первого миллиона, ребята, то все от вас зависит. Что ж, ну, давайте начинать, давайте попробуем. Напомню, что баллы вы видите на экранах, поэтому считать все это как-то так не получится сходу. У меня маленький, новенький, необычный Porsche. Так, у тебя какой-то Mitsubishi. Да. Короче, проверяем мультиплееры, чтобы все было по чесноку. У меня по нулям, все нормально. Да. Слушай, интересная мыльница. Новый Porsche какой-то. Напомню, что у нас очень большой карпак, ребята. И получается, с новым карпаком мы еще не снимали. Поэтому, если новые тачки будут попадаться, будет прям максимально интересно. Ну, да. Двоечка чистая. Тоже чистая двоечка, прям по твоей траектории. Что ж, ребят, так как у нас ничья, мы спавним по, получается, одной машине. Я забыл, что в этой рубрике мы всегда спавним по одной машине, чтобы было интересней. Да, мы не считаем, конечно, здоровенные грузовики. Но, ребята, если падает внедорожник, мы имеем право либо его оставить, либо его удалить и заменить на другой. Вот это я не буду брать, разумеется, но мустанг полицейский придется уже. Что ж, ладно, попробуем. Попробуем прыгать, поэтому разгоняемся. Давай, поехали. Чего? Поегага? Нифига себе. Поехали. Поегага сказал как-то странно. Ну ладно, даже если Егого, то в любом случае как бы да. Надо, чтобы машины летали. Летали. Я не долечу буквально чуть-чуть. Тебя два у меня нет. Стоит, наверное, напомнить, что попадаются, ребята, низкие тачки, которые не выпрыгивают. Если это так случается, то как бы мы машину не переспауниваем. Тут сразу минус, получается, баллы. Так, ну, какие-то неинтересные тачки, но, тем не менее, поехали попробуем. Ну, а также, ребята, попадаются читы, которые летают очень хорошо и летают намного выше, чем вот эта, получается, корзинка в 9 баллов. Да, их практически нереально попасть, я бы даже сказал. Но бывает, бывает, как говорится, снисходит на нас лютый рандом. И удачка улыбается. Два балла чистые. Ну-ка. Так, а у тебя? Тяжеловат. Ноль. Тяжеловат, да. Ну, сравнялись по баллам, насколько я понимаю. Ребятки, в комментариях пишите, как ваше настроение, как ваши дела, чем занимаетесь. Мне интересно, в общем-то, будет почитать. Так, я загляну под капот. Гелика, разумеется, возможно, он неплохой. Но он овощной, поэтому этот гелик я брать не буду. Так, у тебя Макларен, а у меня... Ну, какая-то Альфа-Ромео, типа. Ой, хорошая Альфа-Ромео. Поехали, попробуем. Надеюсь, будет 3 балла уже. Поехали, пробуем. По скоростям, ребята, все то же самое. 3 балла плюс-минус где-то 200. 4 это где-то 220. Ну и 5 все, что выше. Но здесь у меня, к сожалению, нет. Этот Альфач не прыгнет куда надо. Он вообще не прыгнул, кстати. Вообще плохо. А я залетел. Нет. Фиаско, да, фиаско. Ну что ж, ребятки, продолжаем. Опять-таки, по одной тачке, потому что если будет больше, то будет, как говорится, не совсем прикольно. Так, слушай, у меня что это? Это Плимут, это считается, окей. Поехали. Езжай. Давайте посмотрим. Додж, ребята, очень быстрый. Есть большая вероятность, что это хороший додж. А если это хороший додж, то, возможно, хорошие баллы. Нет? Сколько едешь? 170. Серьезно? Странный доджик, но рикошет? Ё-май! Повезло. Да, повезло. Не так, ну, у меня вроде как вообще прям ленивая тачка, ребята, поэтому возможно, что это даже не единичка. У меня там, смотрите, Пер сидит, там чилит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, доволен такой. А чё радоваться? Да чего радоваться-то? Мы даже на единичку не запрыгнем с тобой. Да, дружище, такое тоже бывает. Ну и да, абсолютно сразу было понятно. Так, я слышу самолет. Я думал, приземляется Боинг, а там, оказывается, маленький самолетик-то катается. Так. О, еще один додж. Ну, слушай, это уже, возможно, получше. А у меня ламба. Ламба кривая косая, но если под капотом плюс-минус, я, наверное, ее возьму. А она беспонтовая, поэтому не буду тратить время. Разгоняйся, я тебя сейчас догоню. Бэха в итоге. Так, ладно, давайте посмотрим, что там происходит вообще. Ема, у меня там звуки. Серьезно, 130? Второй додж еще хуже? 146. Емать, вообще ноль. Чё там за звуки? Там что-то застряло у нас, видать, в перилах.
Там не мало звук такой странный справа. У меня там что-то бьется прям. Так, а у меня неплохая скорость. Попробуем. Рискнем. Ой, не зря. 3 балла чистыми. Залетел? Да, залетел повыше. Понимаю, отличненько, да. Первые 3 балла расчехлили, ребят. Продолжаем, ребята, следующий раунд. И, в общем-то, гелендосик. Мы, смотри, опять-таки вопросы смотрим под капот. 107. Ужасно. О. Макларен. Чит? Или обычный? Не. Так, у меня какая-то Е63. Ну, давай я первый прыгну. Ты пока готовься. Ну, ты просто, я не успею посмотреть, как ты улетишь. Как правило, это проблема быстрых тачек. Но все-таки зря ты побыстрее поехал. Куда? Пятерка? Тройка? Тройка. Тройку я увижу. Тройка. И ты залетел. Да, ты залетел. Я врезался прям в ободок, к сожалению. И, ребята, не хватило Мерседесику совсем чуть-чуть. На самом деле, ребята, этот баскетбол довольно-таки старый. Я его не перестраивал. И вообще, не знаю, есть ли смысл его переделать. Ребят, давайте наберем 5000 лайков под этим роликом. Если вам нравится данная рубрика, то мы ее перелопатим с вами и сделаем, может быть, больше колец. И больше. Слушай, ничего нету. Ну, такое. У меня X6, оказывается, упал. Вольвешник летающий упал. Возьму вольвешник, ладно. Как бы X6 такой себе дело. Так, а у тебя Кио. Блин, на самом деле, это, возможно, тройка потенциально. Ну, она вообще не поедет. Ну, maybe. А ты чё такой медленный? Ты зачем меня подставляешь? Ну, чё? 120 всего лишь, 130 кое-как разогнала. Давай. Даже, возможно, не единичка. Было. Ну, нет. Цепанул. Я вылетел. Ты у меня просто, да, по кольцу прокатился и туда, в ту сторону завалился. Ладно, ребят, 2 балла мои в этом раунде. Ну что ж, ладно, пока вроде неплохо, пока вроде весело. Еще много раундов, и у меня Бэха Рокет Банни. Вот такая вот интересная. У тебя там чем? Давайте посмотрим, что рандом сегодня нам предложит. Мазерат, брат, да, брат может хороший быть, а может быть такой себе. Это кому как повезет, как говорится. Так, ну, М3, не скажу, что выдающаяся пушка. Потому что такие у нас, как правило, едут медленно. Да, такое себе. Ну, слушай, конечно, зря я на нее. Там 180 было, но вот в чем проблема. Ема, мне повезло. Вот это прыжок. 140 единичку взял. Ну, отлично. Я думаю, перепрыгивать я не буду. Все-таки это 2 балла, они, ну, того не стоят. Я на ободке застрял, но, тем не менее, я туда залетел. Да, единичка, кстати, была, не была. Что-то я этот задумался. Сам все видел, но задумался. Не знаю, о, кстати, Тесла. Говоря, но... У тебя единичка, имею в виду, была, не была? Не, у меня была чистая. Чистая единичка. Так, но у меня потенциально пятерка. Потенциально пятерка, поэтому я предлагаю пропустить Димона, посмотреть, как он прыгнет. У него бэха. Ну, слушай, сегодня что-то по скоростям прям овощит задние, прям такие, ну такие вообще. Двойка должна быть, я думаю. А ну-ка, давай-ка. Ну да, давай-ка. Да, запас. Да, хорошо. Рикошет отлично. Только неплохой. Но нет, попал. Да, отлично. Так, взял, ну я взял, думаю, да. У меня пятера явно. По поводу девятки... Не. Ну-ка. Да, быстрая скорость. А Тесла цепляется! Кто же ее знал-то, что она цепляется? Обида. Вот так, ребята, машина хорошая, цепанулась, а это значит, что все такое себе. У тебя офигенная тачка, действительно, Феррари. Очень хорошая Феррари. Она очень быстрая, самое главное, так у меня и 6-й. Не будем брать и Бугат. А Бугат хороший, между прочим. Это, возможно, битва на 5 баллов, поэтому давай смотреть, ты первый, я второй. Давай, поехали. Возможно, кстати, даже и 9-ка, если честно, ребята, потому что моя Бугатти и 300 разогнать может. Но и эта Феррари тоже не хуже, на самом деле. Так, пятера пошла. Ты меня немножко цепанул. Ой-ой, запасом вообще полетел. Эта 9-ка могла быть спокойная. И... Ну, должна быть пятерка чистая. Да, чистая пятерка. Да. Ну, слушай, у тебя реально могла быть 9-ка. Пятерка — это хорошо. Но кто не пьет шампанское, тот не играет в такие игры, да? Или наоборот? Давай, пробуй. Ну, плюс-минус как Феррари полетела, но чуть-чуть похуже, кстати, полетела, но на самом деле. Да, не хватило скорости, но, ребята, как говорится, все равно зато было эффектно. Следующий раунд, продолжаемся и надеемся на хороший дроп в очередной раз, конечно же, что нам еще остается. Так, пока стандартные тачки, Кока-Колыч и вот такой Порш, ну, плюс-минус, наверное, неплохой, хотя, если честно, непонятно. Так, что у тебя? Мне ничего не спанится почему-то, ну-ка. Так, Сильверадик. Я ждал именно этот трактор. О! Это not bad, прыгай. Это потенциально тоже 9-ка, это очень быстро. Но вопрос, понят или нет, потому что это одна из первых черных Бугат, которая у нас есть.
Полетело хорошо. Не хватит, да? Или хватит? Я лучше по пятеркам буду бить. Чистый? Слушай, не хватит. Чистый. Чист. Ебать, вот это неожиданный поворот. Я думал, это чистая пятерка, а получилось, ты задел, получается, платформу с цифрой, и она откинула. Ну да, это, кстати, так и работает. Она частенько так потирала, так сказать. Ну слушай, у меня 160 всего, но 2 балла, если отыграл, у нас уже перерыв как минимум 3 после прошлого раунда, уже хорошо. Да, ребятки, продолжаем. В общем-то, раундов еще будет куча. Главное, чтобы эта куча не воняла, ебаный, что это вообще? По возрастающей пошел. Да я не про тебя, у меня тут. А что ты сказал, Ань-то? Куда ты собрался? Так, стандартная ТТ-шка страшная. Я чит! Или не чит, но в любом случае быстро, хорошо. Чит? Да, это чит. Это чит, ребята, это еще потенциальные 9. Так и дразит на меня, так и манит. Но чит, ребята, в пятерку закинут практически нереально вообще. Поэтому либо только девятка, либо ноль. Тут по-другому никак. Ты довольно-таки медленно ползешь, на самом деле. Двойку ты возьмешь? Ну да, там в тютельку прям. Ну попробуем, ребят. По скоростям здесь все индивидуально. Поэтому особо, как говорится, не разгуляешь. А это хорошая попытка. Только рикошеты. Рикошеты только в сторону пошли. Хорошая попытка была. Чуть-чуть мне не повезло, ребята. Буквально крапаль. Эх, 9 баллов. Пора шуршать. Слышите? Слышите, где-то вдалеке? Вот туда она улетела. Да, обидно. Но был очень хороший прыжок. Показательный, я бы так сказал. А Бентайга неплохая. Я, пожалуй, оставлю. Бентайга, это хорошо. Единственное, мы так... А у меня нету ничего. Ее подправим. А, ну ладно, мы тебя ждем. Капот, все, я готов. И Шкода. Шкода. Ну, Шкода такое. А что ты удалил там? Там супер был обычный. Случайно. Ну, давай следующий. Любой овощ следующий. Подожди, я попробую сейчас вот супер. Вот он. Все, поехали. Ну, не он, конечно, но с особо-то разницы нету, на самом деле. Так, но у меня потенциальная тройка и даже maybe четверка. Да даже maybe пятерка. Да ты издеваешься. Чуть-чуть Тигроня не долетел. Просто чуть-чуть не долетел. Ты только прыгнул. Единица. Была? Но не долетел. Не долетел вообще. Понимаю. Да, тачки хорошие, ребята. Приходится рисковать. Вот это уже нехорошая тачка. У тебя что такое? Что за Бентли такая? Неинтересная какая-то. Не, винил прикольно. Но у меня прям овощи. Это даже, думаю, не единичка. Здесь не повезло. Слушай, а по баллам даже неизвестно, что да как. Плюс-минус мы где-то одинаково, я думаю, находимся. Большого перерыва такого перевеса не было. Понимаю, я не запрыгнул. Двойку не ты взял. Ты тоже не взял. Не взял. Да, не но взял. У меня слишком медленная тачка была, прям чересчур. Следующий раунд продолжаем, ребята. Как вам баскетбол вообще? Давненько ждали, недавненько. Я знаю, что есть прям ярые любители этой рубрики. А у меня 272 под капотом. Это очередная попытка на 5 баллов, думаю. На девятку я уже прыгать не буду. Что, блин? Ну, это топ. Это топ за свои деньги, да. Нет. Ну, пошутить-то надо на это. Что-то вроде 270, а поехал-то не особо. Я молчу. Тут что мне с тачками не везет? Не влетел я в четверку даже, как-то косо прыгнул. Ну, с тобой тоже понятно. Да, я тоже не долетел до единички, как бы, понимаю, блин. Блин, мне на что-то надо немножко этот прицел настроить, я думаю. Хорошие тачки, на самом деле, я думал, Гэттер поедет прям хорошо, очень хорошо, но он как-то по скоростям меня, конечно, облапошил. Ну, такое, но меня типа конявый. Это, не знаю, как правильно, что-то я постоянно забываю, как это марка называется. Ну, хотя бы 2 балла давайте заберем. Как говорится, не девятками, так семками. Ну, 2 балла я возьму. Ну, слушай, у меня по скорости на самом деле хорошая тачка, 180 плюс даже была. Но я ширканул двойку кое-как. Выкинь! Вау! А можно, ребята, друг другу помешать и выкинуть из кольца. Это нормальное явление. Было бы так намного прикольнее и интереснее. Но, тем не менее, продолжаем. Броневичок. Нам такое не надобно. Панта. Субару. Субару плюс-минус это тройка. Насколько ой, я помню. Ой, что это такое? Это Альфа Ромео. И она неплохая. На самом деле, под капотом должна быть. Поэтому... Ну, вопросы есть. Господи, сколько тут убирать нужно всякой вот этой непонятной ерунды. Так, ну у меня тройка железная. Это очень хороший субурбан. Почему субурбан? Субару просто. Субурбан, говорю. Так, окей, полетели. Чего? 139. Я не попал? У тебя единичка? А я не долетел. Это как?
Это что происходит? Да, я видел, но... Камон, я столько тачек просто растранжирил сегодня. Формула-1 болид, спасибо. Принято или нет? Вопросы большие. Вот так вот сломаю Харю. На всякий случай. Мерседесик. Ребят, на самом деле, не знаю, вылетит она или нет, но, тем не менее, нужно попытаться, потому что машина, ну, в целом, хорошая. Она очень быстрая. И главное сейчас... Вот так вот, по центру. Я полетел. Куда ты полетела? Чего? Я врезался в ёлку, отрикошетил внутри пятерки, пролетел через четверку и увидел, как ты залетел в двойку, да. Прям к тебе прилетел. Отлично. Какой-то жесткий рикошет, ребята. Первые 5 баллов. Ну, надо было и другие забивать, я думаю, точно. Что ж, ладненько, ребят, погнали, посмотрим на следующие машины. Porsche, отличный, летающий, тоже нужно забивать по любасу. А у тебя плюс-минус muscle car, возможно, тройка потенциальная. Поехали. Porsche, вот пятерку возьмет, не возьмет, не знаю, но... Ну, должен, думаю. Или не должен. Пробую, не знаю. Хороший вылет. И давай, чистая пятерочка. Да, чистая пятерочка, отлично. А ты не долетел, я видел, да, я уже вниз летел. Хороший Porsche, прям тютелька в тютельку попал. Вот еще по чуть-чуть и не хватило бы ему. Ну что ж, нормально. Как говорится, и побаловались, и забить успели. Это всегда радостно. Так, пока все стандартное. Дайте машину. А, это я брать не буду. Так, я тоже джип брать не буду. Это тоже брать не буду. Хакачу Драгстер, интересно. Ну такой, господи, это что за ведро? Ну, не радостно совершенно. Можешь начинать ехать. У тебя РС-очка вроде, да? А у меня Вольво. Да, а стоп, поехали. Вольво это... Ну, это, конечно, не джип. Наверное, все-таки считается. Эх, овощи. Нам надо как-то с тобой красиво перестроиться. Я потому что на единичку еду. Ты тоже? Ну, поехали. Да, я тоже на единичку, 136 всего лишь. Единичка. Что? Эй, не вали. Ну, я в любом случае запрыгнул бы. Ну, надо перепрыгивать вообще по правилам, но что-то я на единичку перепрыгивать не хочу, если честно. Это глупо тратить на это время. Ну, ребята, предлагаю сделать последний заключательный раунд, посмотреть, что из этого всего получится. Баллы вы видите на экранах, и АТС-очка тебе. А у меня Акура. Какая-то тоже интересная. Ну, попробуем. Экстрим. Экстрим! Давай, поехали. Помню фильм какой-то, где там постоянно пацаны орали. Экстрим, экстрим! Скорость. Я пробую тройку. Серьезно? У меня 190. Да. Но тройку я не взял, да, не хватило, низкая машина. А 2 балла у тебя все-таки есть, да, заключительные хотя бы на счет ты себе записал. Что ж, ребята, сегодня были крутые тачки, даже чит, который практически реализовался, но чуть-чуть не повезло, но тем не менее, как бы 9 баллов мы сегодня не взяли. Нет, тачки были очень классные. Тачки были крутые, да. Поэтому подписывайтесь, настраивайте, как говорится, колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики. Ну и, конечно, ребята, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Пока, ребята.